Всем привет! Плитка наша уже практически подсохла. Сейчас вытягиваем вот эти вот углы, которые выступала у нас плитка чуть на нет, повытягиваем, позакрываем это все, пойдем вот эти все мелочевочки шпатлевкой. Затем обрежем под резетник. И сегодня будем затягивать пол. Все это дело уберется, загрунтуется. И уже будем раскладывать пол. То есть сейчас все вот эту сетку закроем. Вот. И убираем эту всю часть, затягиваем пол и пускай все обратно просыхает. Плитки. Плитка на откосах тоже подтягла, подсыровала чуть, но можно уже пройти шпаклевкой вот эти все толстые слоя повытягивать, пускай оно сразу его и вытягивает, ну то есть высыхает все уже в комплекте вместе. Вот. Вот, и закатаем пол, электро выводим под резетнички и оставим просыхать, и уже наверное на понедельник уже будем укладывать плитку. Так, о чем я говорил, вот эту сейчас часть вот уже вытянул, чуть она пускай подтягивает, мы еще раз пройдем. Вот это сейчас все дело закатываем. Затянем шпаклевкой, вот, там все проходим на вздир и врезаем под резетки, это я уже говорил. И будем закатывать пол. Не тратим зря время и приступаем к работе. Если видно, вот видите, плоскость повытягивал, она уже более-менее так выровнялась, уже и вид такой привлекательный имеет. Вот сейчас иду ту часть, перешпаклевываю полностью все по второму разу. Вот эту всю сетку накрываю шпаклевкой, и когда дойдем до вот этой стены, вот, поврезаю под резетники, тоже все перешпаклевываю. Даем ей просохнуть до понедельника. Это то есть до послезавтра. Кварц руки не обещаю, что в понедельник нанесем, но плитку сразу же будем накрывать теплый пол, то есть накрывать сразу плиткой, чтобы не перебить там провод или еще что-то.
самом интересном месте закончилась шпаклевка. Осталось там чуть-чуть шпаклевки. Самую главную стену мы выровняли. Вот так вот. Плохо видно, света здесь нету. Но не важно, здесь не будем шпаклевать, так и декоративку закидаем. И вот здесь у нас есть чуть-чуть выглядывает сетка. Сейчас установим подрезетники для теплого пола, для выключателей с этой и с этой стороны. И что останется шпаклевки, замажем, все и оставим, и уже начнем заниматься теплым полом. Сейчас где-то у меня была здесь коронка. Не коронка, а подрезетник для теплого пола. Сейчас я посмотрю. Где-то в этом хламе я должна быть. Вот. Вот. Вот такую вот глубокую нам нужно для теплого пола. А такую вот для выключателя. Уже здесь порядочек, загрунтовано, стены все перешпаклеваны, там где хватило шпаклевки я сетку накрыл, а где не хватило, так закварцуется и кинется декоративная штукатурка. Все уже беленько, красиво, вот, любо глянуть, как говорится. Вот, здесь у нас что? Здесь у нас выключатель на подвал, вот здесь. Здесь у нас теплый пол, вот датчик выведен. Вот теплый пол, вот питание теплого пола. Вот у нас гофра. Вот идет гофра и вон датчик. Вон, видите, внутри датчик. Я сейчас больше толкну его, здесь замотаю изолентой. Разложим вот эти маты все теплого пола. Все поразложим, как должно что быть. И все наклеено, насадим. Здесь штроба. Гофра кинется, датчик примерно больше так, как под верх, вот так вот будет датчик, чтобы соединялся с чуть теплым полом. Вот и все, сейчас под гребеночку проклеим и в понедельник уже будем на теплый пол плитку. We'll be right back.
растянули пол, вот там, где час не достает. Вот здесь будет холодильник, там будет кухня, до угла тоже будет кухня, а здесь будет угловой диванчик, вот здесь в углу. Все, затянули его, ставим просыхать до понедельника, и в понедельник уже будем укладывать плитку полностью на всю территорию за раз. Вот, датчик у нас спрятался вот здесь, под низом. Датчик спрятался под низом, там рядом практически возле кабеля, но он будет нагревать часть этого всего клея и будет его автоматически отключать. Вот там под машинку стиральную. Там, в том углу машинка стиральная будет, не будет. Тот угол тоже будет заложенный кухней. Там чуть тоже кухня так пойдет, прям до того угла. Вот. Вот здесь получается проходная часть тоже вся. Теплый пол. Так как я говорил, холодильник. Ну и в принципе вся по центру территория под теплым полом.